сегодняшнем эпизоде Subnautica Below Zero. Костюм краб. Живи, всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Subnautica Below Zero. У нас с вами очень много очень важных дел. Например, нам нужно схоронить с телом архитектора что-то. Пойдемте схороним это. А, и погодите, я помню, что я в прошлый раз ставил себе задачу найти алмазы. У меня нет алмазов. Ведь девушка по имени Евгения очень любит алмазы. Это мои лучшие друзья, пойдемте искать их. У меня есть один кислородный баллон. Я думаю, может быть, сделать больше кислородных баллонов сверхвысокой емкости. Добро пожаловать. Да я только что вышел просто на секунду. Ты можешь на секунду оставить меня в покое, пожалуйста. Смотрите, какую крутую штуку мы нашли, оказывается. Квантовый шкаф. Хранилище, чье содержимое находится одновременно во всех квантовых шкафа. Интересно, он большой? Нужен для этого ионный куб. Слушайте, можно прям целый с собой шкаф таскать и все нужные инструменты там держать, то есть хранить на базе и потом в нужный момент бросать и использовать их где угодно. Очень круто. Значит, делаем обычный кислородный баллон. Давайте сделаем зарядное устройство для батарей. А, погодите, нужно расширенный комплект проводов. Или обычный. Обычный или расширенный? Обычный комплект проводов. Иди сюда, комплект проводов. Такой обычный, что я пущу тебя на батареи. Сколько у нас их израсходовано? Раз, два. Еще есть 3-4. Господи, как много батарей. Давайте все их поставим на просушку. Ох, заряжается. Пошло, пошло. А пока что просто сорвем вот эти штучки, ленточек, чтобы сделать нам батареюшки. Фигакс. Теперь у нас 2 таких баллона. То есть получается у нас 3 таких баллона. И все сверхвысокой емкости. Это мне нужно будет, чтобы спуститься туда. Видите, 1500 метров. Довольно-таки глубоко. Так, где мой мореход? Ну-ка. А, блин, может войти, может только через крышу теперь. По инвентарю у меня все окей. У меня есть один радиоманьяк. И есть один радиоманьяк. Вы слушаете радиоманьяк. Маньяк FM. Я выпотрошу ваше брюхо. Ты будешь визжать, как свинья. Я распотрошу тебя. Я воткну нож в тебя. Нож в тебя! Мы вернемся после рекламы. Маньяк FM. Хорошее радио. Есть серебряная руда. То, что я искал. То, что я искал. Что это такое? Ты что? Гравиловушка. Кстати говоря, я бы возымел такую штуку. Я как раз таки о ней и думал сегодня. Да, гравиловушки, я думал о тебе. Так, а где мой сканер? Я здесь, женек. Мне нужно, чтобы ты мне нашел побольше серебряной руды. Ищет, ищет. Ищи быстро. Хорошо, спасибо, что я сам нашел. Затарились по полной. Давайте пока вернемся домой. А батареи уже на 100% тем временем зарядились. И, кстати, мы можем заменить вот здесь, например, батарею. Итак, заменяем батарейку. Раз. На глайдере давайте заменим. Минералоискатель. Давайте ему-то, что ли, заменим. Смотрите, а это же две рыбки. Волчок и симбионт. Мы их же их сожрать можем. Насколько они вкусные. По-моему, симбионт вообще меня кусать пыталась. 23. Еще 23. Отлично. А вот теперь давайте отправляться. Держись, Алан. Оп! Не в этом смысле. Я не это хотел сделать. Да нет! Что со мной такое? Фу, уже все, и пошло не так. Стоп! Я что подумал? Я же ни одной аптечки себе не взял. Не скрафтил ничего. Раз, два, три. Пусть все три будут у меня. Знаете, дальние плавания требуют серьезной подготовки. И нужно ничего не забыть, все продумать. А у меня всегда постоянное ощущение, что я что-то забыл. Евгений всегда все забывает, потому что... Будем надеяться, что я смогу все... Я все успею, что я молодец. Все продумал, ничего не забыл. На ночь глядя плывем, ну зачем я это делал? 720 метров. Как неприятно, блин. Посмотрите на эти места, эти корни. Смотрите, вот, все, 500 метров, и нам туда вниз. Дальше я сам, мореход. Спасибо. Мы идем вдоль этого провода. Он оборван, черт. Значит, просто плывем вниз. Ой, надеюсь, нам хватит. У нас 3 баллона, 3 полных баллона. Но 300 метров в целом нам должно хватить. Вот мы здесь. Здравствуйте. Стоп, еще 150 метров. Нам нужно найти еще один путь. А где мне его искать-то? Нет, нифига. Окей, у нас получается такая сейчас будет вылазка. Просто обнаружить путь, потом вернуться к мореходу и потом снова спуститься уже как бы целенаправленно плыть. Что это такое? Молодой, ага, анемон. Хлопковый. Что-то можно из него сделать, возможно. 24 секунды и нужно будет менять. Так, мы прибавили себе еще 100 секунд. Смотрите. Вот спуск. Все, мы нашли. Давайте сюда маячок пиндюрим. Возможный спуск. Все, а теперь обратно. Так интересно, меня интригует это все. Что там будет внизу? Как будет выглядеть биом? И какую информацию нам дадут? Тихо, не орите, не орите. Не пугайте, слышите? Это кто издал звук? Вот эти, наверное. Заряжаем наши баллоны, наполняем их кислородом. Ну все, теперь мы точно знаем, куда нужно плыть и куда нужно всплывать. Вот так занырнули. Где? Где маяк? Где маячок? Маячок. Маячок! А, вот и хорошо, это просто указатель, что мы в правильном направлении движемся. Вот это направление. 180 метров. Однако, здесь тупик. Нам вот так надо... А! Что это? Да что это? Что это было? А!
Ах ты, тварина! Вот оно что! О, как было неожиданно и страшно! Смотрите, но особо-то нас не покоцало. А что она сделала? А это что? Алмазик! 39 секунд. Опять! Опять! Благо, он не так сильно коцает. Просто немножко пугает. Все, где воздух? Вот воздух. Круто, мы на одном баллоне пока вытягиваем все. Мы нашли. Конечно, я понервничал чуть-чуть. Все. Фух, дышать. Вот еще одна такая статуя. Чем-то напоминает морского императора, согласитесь. Алан, просыпайся. О, фонтанчик. Кинем туда монетку, чтобы вернуться. Слушайте, мы такое ощущение, как будто в спа-салон попали. Давайте примем эту бурлящую ванну. Как хорошо. Эти пары, эти грибные споры. Я чувствую себя помолодевшим. Вот. Что это такое? Компонент архитектора. Этот скелет очень плотный. Способен выдержать большие усилия. Хорошая основа для моей новой формы. Ты в порядке, Алан? Я не часто смотрю на форму павшего архитектора. Это место какой-то иной вид святилища? Тут тихо, даже красиво. По мере распространения бактерии, продолжение жизни стало неопределенным. Это место для раздумий. Думаю, я понимаю. Ну да, он подтвердил, что это спа-салон. Мы здесь расслабляемся, отдыхаем и думаем. А еще мы здесь застреваем, видимо. Нет, не застряли. Как я боюсь таких мест. Но, тем не менее, я всегда в них лезу. Слушайте, я так понимаю, мне нужно просто уже отсюда выйти, и тогда Алан что-нибудь новое скажет. Ну чё, поплыли? Желательно по пути алмазиков понасобирать. Большой хлопковый анимон. Потом почитаем про это, сейчас нельзя оставаться тут. Погодите, у нас же есть сканер. Сканер, который, давай-ка, найди мне... Нет, ни кристалл, ни рубин, ни никель. Алмаз. Вот он видит. Наконец-то тебя польза. Не горячись. Оп. Стоп, оно где-то здесь. Где-то здесь. Нет! Черт! Черт! А, хорошо, что я взял аптечки. О, вы охренели. Где алмаз? Вот алмаз. Как это было жутко. Я не ожидал такого нападения. Такого наглого нападения. Просто со спины. Тихо! Черт, я же видел тебя. Нет, пусти. Ай, плохой. Может быть, надо кинжалом махать, обрубить? Что ж такое на меня все нападает сегодня? Где-то здесь, но я не вижу. Ладно, хрен с ним, я не вижу. Просто не вижу, и все. Поплыли отсюда. Давай, успеть. 6 секунд, успеть? Успел. Чуть-чуть подольше продержаться на одном баллоне хочется. Потому что... да что ж ты будешь делать? Откуда ты здесь взялось? Все. Мне кажется, я отсюда вернусь с такими шрамами. Давайте теперь просто возвращаться. И, кстати, не очень-то и просто. Русалка укажет мне путь. Укажет ведь? Или погибель меня здесь ждет? Походу, я подох. Нет, я вышел! Я вышел! Вышел в то самое место! Боже мой! Да сколько же напряжения для меня сегодня! Мы же помним, что я играю на хардкоре. Одна ошибка. И все. И конец. Это будет конец меня. Собственно, мы выполнили миссию. Мы нашли этот спа-салон. Что дальше-то? Алан? Твой выход, твоя реплика, Алан. Или он теперь будет заморачиваться, сидеть, горевать. А я что буду делать? Что прикажешь мне делать, Алан? Я прикажу себе вот что сделать. Надо плыть домой и использовать алмазы. Потому что я там что-то хотел скрафтить в прошлой серии, но я не помню. Слышите звук? По-моему, кто-то за мной плывет, да? Слушайте, стоило мне повернуться, он такой, я ничего. В целом, удачная вылазка. Мы не только сплавали, увидели новый диалог, услышали точнее, но еще и нашли алмазы, то, что я хотел. Атака в пузико! Бэм! Что? Оно сдохло? Что такое? Легкое касание и все? В гейзер тебя, на супчик. Кверху пузом всплываю. Вот так, мне больше нравится, когда ты выглядишь вот так. Мы дома. Мы хотели скрафтить что-то очень нам нужное. Возможно, даже костюм краб. Точняк! Костюм краб мы хотели сделать. У нас микросхема, по-моему, даже... У нас, по-моему, вообще даже все готово для этого. Энергоячейка... Сделаем, пластиловый слиток есть, микросхема. У нас нет микросхемы, но я сейчас ее замучу. Готово. Энергоячейка есть. И последнее, это эмалевое стекло. Эмалевое стекло, делайся. Все, у нас есть все ингредиенты для того, чтобы замутить краба. Что, давайте сделаем его. Костюм краб. Живи, оживай. Да. И, кстати, у нас даже сразу можно присобачить к нему модуль улучшения. Ох, как я скучал по тебе. Модуль улучшенного реактивного ранца. Пиндюрься. Теперь мы вообще можем летать, да? Слушай, они его прямо улучшили. Теперь не нужно даже жать на пробел. Можно просто подпрыгнуть и жать вперед. И он плывет. Ну так, чуть-чуть поддавать газку снизу, чтобы удерживать одну высоту. Итого 400 метров. 400 метров? Хотя, в принципе, это больше, чем 150. О, смотрите, как он странно поворачивается. Видите?
более роботское движение ему сделали. В этом что-то есть, ну и в этом чего-то нет. Рука захват мы можем сделать. Мы можем сделать бур, литий, алмаз, 4 штуки и титан 5. Есть ли у меня литий? Лития есть. 4 штуки алмаза, это, конечно, вы охренели, но что поделать. У меня как раз-таки 4 осталось. Блин, это все? Нет, стоп, погодите, давайте не будем спешить. Модуль тестового режима, это, возможно, сейчас более важная вещь. Узел параллельной обработки. Вот что это такое? Как это сделать? Я понял, друзья, мне нужно плыть, знаете, куда? Знаете? Ну, если знаете, скажите, пожалуйста. Я не знаю. Так как я немножко зашел в тупик, я не знаю, где искать эту штуку для тестового режима. Я посмотрел в интернете, оказывается, нам нужно плыть, где огромный корабль. Вот, я ставил метку, благо. Это недалеко от причала станции Дельта. Там мы сможем найти этот фрагмент. Как прикольно, мы ускоряемся и плывем, как на мореходе прям. Итак, тихо. Тихо, спускайся. Есть. Ну, пошли. Получается, нужно как-то очень внимательно все смотреть. Ведь я здесь был. Был и не заметил. Как так? Видимо, она очень непримечательная. Запечатанная дверь. Разрежьте, чтобы открыть. Стопэ, стопэ, стопэ. Мне нужен лазерный резак. Кристаллическая сера, 2 алмаза. Вот хорошо, что я алмазы не потратил сейчас на бур. Вот почему я ничего не нашел. Я же нифига не бурил. И нифига не резал. Твою мать, опять плыть назад. Что это? Что это? Пороже, 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 посраки. Все, выпотрошил. По пути мне желательно собрать немного кристаллической серы. Рубен, мне надо поделиться кое-чем важным. Еще один артефакт? Да, хотя... Ты не знаешь точно, что это, но это определенно важно, я знаю. Наконец-таки что-то новое он дал нам. Итак, нам нужен алмаз, лазерный резак. Можно сделать! Давайте быстро в краба и гоу резать. Паркуйся. Все, я вернулся на корабль. Ну давай. Ну, пожалуйста. Ну, нововведения какие-то. Режем. Это какая-то маленькая дверь, возможно, вентиляционная. Сварщик всегда возвращается, друзья. Немножко сейчас сварим. Ох, сварилось. Смотрите, вот оно, мы нашли его. Но почему мы не можем его взять? Изучить его надо, господи. Фрагмент узла параллельной обработки, да. Один из трех. Нам таких еще нужно найти. А для этого как раз-таки нужно двери эти... Нет, их не получится. Эту дверь почему-то. А какую дверь можно? Погодите, вот же еще один прям. Даже ничего не нужно пилить. Ой, как здорово. Слушайте, а я думал, что в этом корабле... Блин, ничего нет, такой большой корабль, ни хрена, тут дофига всего на самом деле. Вот, вот это нужно будет распечатать. Кто здесь? Ты? Это твой корабль? Да, это я, капитан. Пойдем устрою экскурсию. Вот здесь у нас много таких же капитанов, и мы часто ссоримся, кто из нас будет командовать. Мы так и не пришли к согласию. Собственно, поэтому мы и затонули здесь. Но нам все равно, мы рыбы. Так, лазерный резак. Зачем здесь лазерный резак? Какая логика? Если я сюда могу попасть только с помощью лазерного резака. О, мама мия. А вот и нет, тут есть дырочка потайная. Прям вот этот заросший анус, через который можно проплыть и попасть в комнату, где есть лазерный резак. Вот, нам сюда нужно. Хорош, точно где-то здесь, но пока я не вижу. Так, мы не можем просраться. Нам необходимо здесь найти все. Разве что, может быть, такая же штука есть на другом корабле. Это же не единственный, который мы находили. Да, я прав. Здесь все уже. Нужно валить. А вот найти еще один корабль будет уже труднее. Но, по-моему, он тоже где-то здесь находится. Еще я не отметил второй корабль. Хорошо. Вот мы плывем от этого вот куда-нибудь сюда. Потому что я помню, что по освещению, по-моему, тоже было все таким голубоватым. Вот как сейчас. Вау, что это? Шпили поблизости представляют собой крупные геотермальные источники, благоприятные для образования коралла. Теплоэлектростанция. Отлично, новый чертеж. Смотрите. Вот это очень страшно выглядит. Новый биом — это всегда интересно. Вперед, навстречу неизведанному. Геотермальные сады питаются тепловой энергией для поддержания жизни, растущей внутри них. Внутри этого пузыря жизнь? Вот это что такое? Что за пимпочка такая? Геотермальный сад. Смотрите, оно дышит. Здесь нужно быть осторожным, потому что я не хочу упасть туда глубоко. У нас всего 400 метров. Однако здесь куча рубинов, кристаллов Настурана. Погодите, а что это такое? Это просто в пещере выглядит. Это не пещера даже, это как будто бы искусственно сделанное. Как будто вход закрывает, да? А, ну естественно. Это подсказка, ведь в эту сторону ведет вот этот сигнал. К сожалению, мы не нашли новый корабль. Ну ладно, давайте пока сбегаем к артефакту. Так, погодите, это что-то такое? В районе обнаружена значительная геотермальная активность. Остерегайтесь высокого давления и температуры. Это что-то, как будто бы обломок корабля. Да, это двигатель. Вот, мы можем зайти внутрь здесь. Тихо, тихо, тихо! Что ты делаешь? Не трогай его, понял? Он понял. Геотермический ящик, его нужно разрезать. А, или вот так надо сделать, правильно. Что я нашел? Топливный стержень реактора. Блин, эта тварь, что она делает? Так хочется найти прямо здесь все. Где-то она тут клювом своим щелкает. Подохни, подохни, подохни. Ага,
Я тоже могу кусаться. Заплываем внутрь. Пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, пожалуйста, есть. Ну не там и открывайся. Есть. Вот так вот, нельзя отчаиваться, надо просто плыть дальше. По сюжету и тебя оно выведет само. Осталось сделать модуль тестового режима, тогда я смогу отключить эту спутниковую башню. Что это такое? Взять диск музыкального автомата. Окей, взяли. Все. Валим отсюда. И валим куда? В какую сторону? Где этот зеленый значок? Вон он. 200 метров. Поблизости обнаружен неактивный вулкан. Какой мерзкий у него голос был. Поблизости обнаружен вулкан. Надо понять, где мы можем оставить краба. Так, чтобы он надежно стоял. Давайте здесь его оставим. Этот артефакт может сдержать ценную информацию. Обработаем. Я помню место, где мы можем найти важный компонент для моего тела. Образ расплывчатый, но я уверен, что верный. Суровый ландшафт поверхности. Холодный, опасный. В небо устремляются искривленные шипы. Так, он говорит загадками. Это нехорошо. Алан спятил. Давайте вот здесь. Как раз таки хороший такой выступ для моего краба. И поплыли. Где наш сканер? Ищи алмазы. Смотрите, он поиск мне пишет. Он мне пишет поиск. А, нет, все, увидел наконец-таки. Я уж злился. У этого гада минимальный диапазон, походу. Пару метров, когда я и сам могу увидеть. Спасибо, очень полезный. Ионный куб, отдай. Вот эта штука, какая странная хрень. Проработник грунта. Он нам дал, в общем, наводку. Мол, где-то там, где холодно, где шипы поднимаются, торчат в небо, из земли. В общем, туда нам нужно куда-то плыть. Ну ладно, набрали очень много всего. Я доволен. Теперь же просто натяги. Плывем вверх, всплываем, как говно. И домой. Тварь плавает прямо над нами. Хочу поздороваться. Вот она. Давайте поздороваемся. Щипнуть за хвост. А, нет, 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 не трогай. Нет, пожалуйста, все, отпусти, я погорячился. Все, я больше так делать не буду. Быстрее отсюда, пожалуйста. Евгений очень испугался. Давайте больше ни на кого не соваться и просто доберемся до дома в целости и сохранности. У нас такой прогресс, его нельзя просирать. То, что мне будет очень неохота проходить все заново. Это должно стать моей мотивацией. Я не буду проходить заново игру, если вдруг просру. Нет. Но я хочу пройти игру, хочу показать ее вам. Поэтому я буду держаться. Держаться по максимуму. Буду очень осторожен. Как я был сегодня и все эти выпуски до этого. Кроме первого. Первый был отвратителен. Выползай, мой друг. Что-то говорит мне Алан. Мой народ способен сохранять совершенные воспоминания обо всем, что мы открываем и испытываем. Частичное существование в форме данных позволяет нам объективно смотреть на мир. Они не могут повредиться или быть неправильно понятыми. Осознание, что мои ощущения не записываются и не добавляются немедленно к памяти поколений, что они изолированы. Постоянное напоминание о срочности нашей миссии. Надеюсь, вскоре мы сможем найти больше следов моего народа. Мы найдем. Не переживай, Алан, друг мой. Сейчас же нам нужно сделать этот чертов модуль. Узел параллельной обработки. Готово! Чувствуйте прогресс! Есть прогресс! Так, что нам нужно? Где эта штука, которую нужно сделать? Модуль тестового режима. Медный провод, свинец, титан. Все, вообще фигня, у меня все это есть. И готово! А еще давайте напоследок сделаем хорошо нашему другу крабу. Сейчас замутим крюк. Нужен ленточник еще. Итак, бензол, расширенный комплект проводов, ну и два титана. Готов рука-крюк! А также нам нужно просто 5 титана еще. Раз, два, три, четыре, пять. Есть! И готов бур! Все, теперь мой краб будет просто незаменим. Прости, мореход, но как-то ты быстро свое отыграл. Все, установили! Как же мы теперь будем круто перемещаться, как быстро и эффективно. Что ж, паркуемся. Я думаю, на сегодня мы с вами закончим. Все остальные фишечки мы увидим в следующей серии. Также запустим модуль тестового режима. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Ссылки будут в описании. С вами был Юджин, и всем пять!